Eğer yok ya normalde almış da olabilir hocam. Yok ya. Güzel hocam şimdi. Правильно мы идем. Прилетели с сыном на 4 дня в Стамбул. С деловым визитом. Мне внезапно эта поездка выпала. Сын меня позвал, и я поехала с ним. Ты говорила зачем? Нет, не говорила. Я не показывала. Сын у меня ерундой страдает. Нормальные у него волосы, все. Задумал пересадку волос. И меня взял в качестве группы поддержки. Оплатил мне все. Так что я тут бесплатно нахожусь. Правда, нервы мне выматывал в дороге. Немножко. У меня что-то спину прихватило. Дорога тяжелая была. Автобус 5 часов. Потом рейс до Москвы. Транзитный. И от Москвы до Стамбула. Там мы часа 2-3 были в аэропорту. Вот прилетели. У меня спина болит. Неудобно было мне ехать в автобусе. И все она мне подпортила. Эта спина. За один день отойду я. Иду. Нас должны встретить, короче. А вот мы не знаем. То мы фотки сбросили, нас машина встречает. Çıkartmışlar abi valla. 11'de eve girdim abi. Yatıyorum ya, kusura bakma, duymadım. Ben de bir... Приехали
проспали до вечера, допоздна. И вот сын доставку в номер заказал. Очень большие порции. Тут люля-кебаб 2. И тут еще что-то она заказывала. Я это, как тебе сказать, сейчас придет человек по Wi-Fi, подойдет. Люля-кебаб. Такая красота. Вот еще один. И тут вот по супу сын заказал. Что-то я уже объелась. Анкету заполнил, села. Думал, что паспорт опять забыл, но паспорт нашелся. Пошли вечером голодные, я вообще почти весь день не ела, ждала сына с операции, сидела, и вот пошли мы поесть, не знаем куда. Такие улочки, мы толком-то никуда еще не ходили. Брат, это ты сучка будешь. Рыба есть? Рыба, подойди. Да, вот это рыба, брат. Это вот это долгая рыба. Барабулька, лещ, да, тоже есть. Это я тебе. Здравствуйте. Your English better. My English is better. Хорошо. Проходите, пожалуйста. Похож на тебя. Привет. Хорошо сейчас? Сейчас хорошо. Вообще класс, реклама. Куда идешь, Женя? Мы гуляем просто. Мы... Она снимает, у нее YouTube канал просто. Да, YouTube канал у нее. Про цветы там, огород. Знаешь, сад. А нас везде зазывают, везде. И мы не можем выбрать, где нам поесть. Как тут шумно. Ой, как красиво. Ой, тут не пойдем. Пойдем, Лиры, сделаем себе. Мы пошли. Пошли, пошли. В обменник решили зайти. Очередь, смотри. Тут осторожно со своей. Ой, там столько народа. Тебе обязательно менять? Ну, желательно лирами платить, чем вот так. Долларов будешь платить, обманывать будешь. Ну, подождем немножко. Ты же немножко будешь менять, да? Немножко будешь менять.
Я понял, что ему отвечать, но просто говорить, что не голоден. Для этого одел рубашку. А я София, говорит. Сын, мы завтра пойдем, да, в нее? Сладости продают. Сколько сладостей. А может быть, Сева, Айя София, это вот это? У тебя же есть карта? Она была закрыта, Маша говорит, когда она ездила. Какая красота! Реставрируется. Этот храм очень древний, Византийской империи строили его древние греки, и затем он стал мусульманским, вот мечети сделали, и стал мечетью, а был православный храм Айя София. Раскопки ведутся возле храма. Ой, как все цветет. Нашли место, мы уселись. Уже ходить не хотим. Съели мы уже такую штучку оливок. Оливки бесподобные. Люблю в Турции оливки. И вот сок фреш. И ждем, когда нам принесут. Я заказала морепродукты, а сын ягненка. Давай, не стесняйся. Что хватит? Наш номер. Номер маленький, конечно, такой. Зашли в магазин, купили зонтик, потому что после операции нельзя без зонтика. А там солнце палит. Сегодня плюс 25 будет днем. Так, приехали ненадолго. И не хочет никуда идти со мной. I don't have brother. I have just this one. Okay. Where can I find it? Maybe Lale, maybe Beyazıt. Where is it? Beyazıt. I don't know where it is. Grand Bazaar.
Пойдем, там базар есть по дороге, направо. Öyle mi oldu? Tamam neyse. Видео снимаю. Что, ты стоять будешь просто? Я видео снимаю. Вот солнце появилось. Я тут. Кое-кому кое-что купить. Все самые первые, дорогие. Старинный базар. Да, нет. Вот здесь точно потеряться можешь. Пойдем в какую-нибудь одну сторону вместе. Давай. Пошли. Вон, внизу. Но нас же не украшения интересуют, так ведь? Пошли по другой. Почему? Я бы посмотрел что-нибудь. Мы будем сладости брать? Знаю цены. Цены надо. What price? 650. 650. У них, да? Или нет? В аптеке. Что вы? Осторожно. Хотя подожди. Одна пачка таблеток 300 рублей. 250-300. Как-то дороже, чем у нас. Ну стой.
Вот индопомид у них дороже, наверное, а те нет. Ты дойдешь до моря? Видели же море, да? Пошли. Смотри, как грязно. Какая-то приемка или товары. Это рынок был, наверное. Убирают. Женщина, мы не туда пошли. Женщина.